Мне не нравится последняя игра, потому что мы можем сделать очень лучше. Мы сделали только один удар против ЦСКА. И уровень вот этой команды есть выше, что мы играли. Нравится играть с Бареновым, что это очень хороший игрок. Он бегает больше, он бьется больше, и это хорошо для команды. Мой язык очень лучше. Сейчас я могу говорить с игроками, и для меня это очень важно, потому что не все игроки, они говорят по-английски в жизни. Это тоже очень важно, потому что я на тренировку только 5 часов, и после я иду дома, и мне это важно, что я могу говорить в жизни каждый день.